Що я можу сказати? Що далі собі на українському інтерв'ю вони не брали, ну, прямо в ефірі. Для нашого телевізора, що можна сказати? Якщо б мені сказали до ігри, що буде счет 1-1 ніча, і доволен ли я таким результатом і розкладом, я б сказав, що ні, тому що нам треба було сьогодні тільки победу. Тому що ми не сподівалися, що Горностаєв как бы грає Арсенал, тоді ми могли б навіть при нічей піднятися вище на одну ступеньку. Мы надеялись на себя. То есть, и надеялись, что Горностаєв может быть в ничью сыграет с Арсеналом, тогда ну, хоть какие-то очки отберет. Решала сегодня судьба шестого, мы на седьмом, мы могли подняться на шестой, но если бы мы проигрывали, мы опускались бы на восьмое место. Нас бы обходил бы Кремль. Поэтому ничья сегодня, она нам стоила место в турнирной таблице. Ну как, она подняла нас на одно место в турнирной таблице, и мы выше Кремля. То есть, ну мы не цеплялись за эту синицу в руке, мы хотели выиграть. Мы же видели по игре, что удаление у нас было пенальти. Вратарь это его дебют. Молодец. То ли Георгий, он дебютировал сегодня во второй лиге, потащил пенальти. Ну, правда, потом чуть-чуть ошибся, когда нам мяч забивали. Ну, он имел право на эту ошибку. Ну, по игре я скажу, что, конечно, Мазер в своем репертуаре, в принципе, я просматриваю игры, и они первым тайм обычно, особенно на выезде, они прикидываются слабенькими, играют вообще сзади, не переходят половину поля, а во втором тайме они резко прибавляют, начинают давить противника, и противник не понимает, что происходит. Но я своих ребят предупреждал о таком возможном раскладе. И Мазер обычно переберегает одного-двух, а иногда и трех очень сильных игроков, как это было с Ковалюка, когда они вышли, еще и 2-1 переломили там игру свою пользу. Там было два пенальти. Благодаря тому, что они были эти пенальти. Благодаря этому Ковалюка выиграла 3-2. У них атак у Вереса. Это 8-й матч под руководством Мазера. У него 6 побед. Один проигрыш на выезде Ковалюки. Чемпиону второй лиги. И вот сейчас несчастно. То есть на выезде не обыграли Арсенал нашего ближайшего соперника 2-1. То есть такая неплохая команда и именно тренерская такая команда, вы сами видели. Первый тайм мы имели преимущество и ничего не диктовалось. Выходит дожать, и тут все меняется. Молодцы, молодцы, что я могу сказать, я снимаю шляпу. Вообще, я уже говорил, что Мазер их тренер заслуживает книги рекорда Гиннесса, потому что я не знаю, есть ли такой тренер, который вывел за год команду со второй лиги первую, на следующий сезон вывел с первой высшей, на следующий сезон попал, играя с командой высшей лиги в зону Еврокубка и после этого покинул пост. Ну, наверное, только в нашей стране это возможно. И, ну, такое стечение, это хорошо это или плохо. С Днепродзержинской стали, который сейчас и он оказался в Эресе, поднял эту команду после двух поражений, досрочно за туром вывел его на второе место. Ну а по поводу нашей команды, потому что я много говорил о противнике, я хочу сказать, что мы очень хотели реабилитироваться после Скалы. Я сказал ребятам спасибо и за этот сезон, и за эту последнюю игру. Вдесятером мы смогли переломить ход встречи, мы смогли сравнять счет. Мы не сломались и добавили десятером. И, в принципе, мы могли даже, у нас были моменты, мы могли даже и выиграть. Ну, тут ситуация такая, что ну, где-то нам что-то не хватило. В всяком случае, десятером побеждать команду первой линии, наверное, все-таки мы пока не готовы. Жуэрес уже в первой линии. Он с нами играл в качестве уже команды первой линии. Ну, во всяком случае, и уступать мы не хотели. Я ребятам сегодня привел битву под Бородино, где до сих пор спорят под Бородино, кто выиграл, французы или русские. Вроде бы как русские говорят, что мы не проиграли в этой битве, а французы говорят, так мы же взяли Москву, там. Ну, русские говорят, мы отступили, так нам, но мы в этой битве не проиграли. Вот после этой битвы Наполеон сказал, что мы заслужили право на победу, но русские заслужили право быть непобежденными. Вот мы сегодня
Леофан, но заслужила право быть непобежденным. Как вы оцените этот сезон для клуба и довольны ли вы седьмым местом? Сложный сезон. Ну, опять же, учитывая, что в прошлом сезоне мы заняли четвертое место, но из 10 команд. Сейчас мы заняли седьмое место, но из 14 команд. Поэтому можно считать это шагом назад, но, скорее всего, наверное, это будет шагом вперед, учитывая, что по ходу сезона, в концовке сезона, нас покинул тренер, решил не продолжать с нами сотрудничество. Мне пришлось взять бремя на себя руководство. Ну, в принципе, 4 игры, которые мы провели под моим руководством. Я считаю, кроме откровенного провала со «Скалой», мы сыграли успешно, потому что мы выдержали испытания. Мы 3 подряд игры, 2 на выезде, 1 дома последнее. Мы играли с командами, которые выше нас. Мы на выезде играли с «Инвульцом» 0-0, потом на выезде играем со «Скалой», там крупно проигрываем и приезжаем дома. То есть за 10 дней мы сыграли 3 игры с противниками, которые выше нас, конкуренты, которым очки нужны были к бизнесу. И я же говорю, кроме откровенного провала в игре со «Скалой», эти 2 игры с «Вересом» и с «Инвульцом», я считаю, мы сыграли достойно. Но это не предел возможностей нашего клуба. Наша точка зрения. Мы хотим быть сильнее, мы хотим обыгрывать такие команды, как «Верес» и «Ковалюка». Я понимаю, что они сейчас уже первые лиги, но вот команды такой силы, как «Верес» и «Ковалюка», мы хотим обыгрывать. И мы хотим расти, прогрессировать. Как это удастся, покажет следующий сезон. Я хотел бы представить, у нас будет новый тренер Бондаренко Александр Николаевич. Он сейчас мне помогал довольно успешно. Я доволен сотрудничеством, ну и мы будем создавать новый тандем. Я как руководитель команды, он как старший тренер. Будем пытаться создать тандем победителя и тандем успешных тренеров и руководителей. Как это получится, покажет жизнь, покажет будущее. Какие цели ставит клуб в следующем сезоне? Всегда ставит цели самые высокие. Я сегодня сказал игрокам. Говорю, если вы хотите подняться выше, играть выше, и вы у себя в голове, сами должны поставить цель. У нас нет цели проигрывать какие-то игры, кому бы то ни было, уступать. И я неоднократно подчеркивал, что задача, в моем понимании, я всегда говорю, что задача это для того, чтобы дурить спонсоров. И под эту задачу, нужны средства, деньги, задачи и так далее. Так как я сам руководитель и один из главных источников финансирования клуба, скажем так, я же сам себя не буду дурить и говорить. То есть мы пытаемся в каждой игре достичь максимального результата. Извиняюсь. Мы пытаемся в каждой игре достичь максимального результата, а достигая результата в каждой игре, ты достигаешь максимального результата в турнире. Философия очень проста. Спасибо. Да. Спасибо вам, спасибо нашим зрителям. Не знаю, мы обещали нашим зрителям реабилитироваться. То есть я не принес извинения за нашу игру в «Скале». Мы очень неудачно сыграли и почему. Даже и выделить, кто неудачен, там все играли плохо. Вину за поражение в «Скале» я сказал, что я как старший тренер должен взять на себя, потому что, значит, наверное, где-то мы допустили какие-то просчеты в организации игры, в установке на игру, в подготовке команды на игру, в психологической подготовке, я не знаю. Я, допустим, скажу, что, наверное, второй выезд подряд и 2 очень сильных, я анализировал «Ингулец», который с нами 0-0 сыграл, он тоже на 30-й минуте проигрывал «Арсенал», в гостях 3-0, так же, как и мы в «Скале», тоже 3-0 проигрывал на 30-й минуте. Наверное, вот это наш бой между собой зря не прошел. «Арсенал» и «Скала» играл с командами, у которых не было турнирной задачи, может. Это
это не оправдание, это я анализировал, почему же мы так неплохо очень выглядели с Инвульцом, который с нашей точки зрения посильнее и выше в турнирной таблице. И так просто бездарно выглядели плечевно со Сковы. Ну и вот мы сегодня хотели извиниться на поле перед болельщиками, реабилитироваться. Ну, не знаю, не мне судить, пусть болельщики скажут, удалось или нет, там, у нас есть группа ВКонтакте. Пусть высказываются, мы готовы принять любую критику, мы готовы на любые критические стрелы и так далее. Будем стараться так играть, чтобы болельщикам не было стыдно за нашу команду. Довольны ли сегодня атмосферой на стадионе? Ну, сегодня мы попытались сделать атмосферу праздника. Спасибо и вам тоже, что вы в этом. Ну, я думаю, что это только первый шаг. Мы будем стараться больше делать для болельщиков. Мы будем стараться делать зрелище. Как на поле, так и до игры, так и после игры, так и за поле. Потому что, ну, люди приходят на футбол получить зрелище, отдохнуть душой от своих эмоций и переживаний. И, ну, хотелось бы вот тоже не разочаровать, помочь людям и дать качественное зрелище. Потому что футбол ни с каким спектаклем, ни с каким фильмом там не сравнится. Режиссура, непредсказуемые финалы. Поэтому люди ходят на... Это спортивная борьба. Поэтому люди ходят. И люди любят и режиссуру, и спектакль с непредсказуемым концом, развязкой. То есть будем стараться для болельщиков. Хорошо. Спасибо. Спасибо.